presents. In the beginning, there was the beat. Then it got faster. Stronger. Fatter. Finally, the bass music is the trend. Yeah! DJ Prophet, every Wednesday at midnight on DFM. Да, друзья, все верно. Это Bassland Show на DFM 101.2 Москва. С вами DJ Prophet, меня зовут Кирилл. И как обычно, каждую среду с нуля до часу ночи я представляю все, что связано с бейс-музыкой, в частности, drum and bass. И сегодняшний эфир, как я и обещал, рассказывал, говорил ранее, он будет посвящен проекту Drum Sound и Bassline Smith, одним из участников фестиваля World of Drum and Bass 18 февраля в клубе «Известия Холл». Да, об этом будет чуть попозже, поподробнее. Ну а сегодня буду играть их самые лучшие треки, ремиксы. Бомба, да. Страничке wiki.com/djprophet идет прямая трансляция с моего телефона через приложение VK Live. Ребята, всем привет! Ну и кто хочет, может смотреть прямую трансляцию, также слушать на сайте dfm.ru. Oh,
Хочу передать привет своей подруге Жанни, которая живет в Калуге, и они сейчас празднуют день рождения своей подруги. Итак, они всей компанией поздравляют Залиду Кусанову, желают ей крепкого, конечно же, здоровья, счастья, любви. Да, я присоединяюсь, все мы в эфирной студии DFM. Пускай вам сегодня эта ночь запомнится надолго, веселая. Ну и мое поздравление вам плюс добавит, я думаю, радости хоть какой-то. Еще раз днем рождения. Итак, проект Drum South и Bassline Smith. Казалось бы, по названию можно представить, что это два человека, но нет. Это трио Энди Райт, Бенджамин Вигет и Саймон Смит. Собственно, в название Drum South входит два человека. Это драм-н-бейс проект из Англии, образовавшийся в британском городе Дерби. Да, собственно, это слово напрямую связано с футболом, и это слово появилось из этого города, да. В 98 году в результате слияния дуэта Drum Sound, Бен Уикетт и Энди Райт и одного из пионеров жанра Саймона, Бейслайн Смита. Вот, собственно, Грув в своем, в окончании своего эфира поведовал о том, что почему он прозвался, прилепилось ему это псевдоним Бейслайн, потому что он, собственно, спалил колонки в одном из клубов. После того, как ребята познакомились на вечеринке в одном из городских ночных клубов. Ну, собственно, все как обычно это бывает. Знакомство где-то на тусовках, на квартирах, клубах, underground. Также известны по псевдонимам Future Tech и 2DB. Собственно, Future Tech и 2DB — это Энди Врайт и Саймон Смит. А Бен куда-то потерялся. Получается так. Энди и Саймон являются владельцами двух лейблов. Одного лейбла Technic Recordings, который был основан в 99 году. Ну, в общем-то, именно в эти года они начали активно писать музыку, но я на самом деле сегодня не стал представлять треки, их ранние треки, вот как раз-таки начало, ну, потому что там, ну, ребята практиковались, я так скажу. А вот где-то в 2005 году уже начали появляться хорошие такие лепехи, бомбы, так сказать. Ну, а сейчас они вообще лепят хиты один за одним. У ребят два альбома, на самом деле, около 90 релизов. Один альбом был написан в 2004 году, другой в 2013, с таким неплохим, казалось бы, разрывом, но зато очень результативный, особенно второй альбом. Итак, пойду дальше что-нибудь сведу. Напоминаю, что с вами DJ Profit, это Bassland Show, и сегодняшний эфир посвящен полностью проекту Drum South Bassline Smith.
один из самых моих любимых треков вот этого проекта. Drum Sound, Bassline Smith, Fire! Это реально бомба, когда она вышла, боже мой, я не мог не нарадоваться. Я ее играл, и вот сейчас играю, да. Второе ее название — Burning, сжигать. Друзья, сделайте погромче в наушниках, в машине. Давайте зажгем. С вами DJ Profit, Best of Show, Drum Sound, Bassline Smith. Да. I'm burning.
Technic Recordings, который был основан в 99 году и на котором было выпущено подавляющее большинство релизов проекта, включая и сайт-проекты. Также выпускали свои работы на известных лейблах, такие как Good Looking Records, продюсер LCG Booking, V Recordings, Brian G и многих других. Одной из самых известных работ проекта является трек «Одиссея», вышедший в 2004 году и получивший огромное признание среди всех поклонников жанра, сумев занять в свое время первое место в престижнейшем рейтинге UK Dance Chart. Ребята регулярно попадают в ротацию популярнейших радиошоу на BBC Radio One, таких как ведущих Mr. Jam, Fabio и Groove Rider. Но сейчас еще добавились Chrissy Chris. Конечно же, DJ Hype их постоянно играет и поддерживает, да. Ну и также DJ Profit в своем радиошоу Basement, да. Broadcasting live over the capital. This is Aphrodite with DJ Profit representing Aphrodite Recordings, Urban Takeover, Urban Agency, Drum and Bass, and London Town. Привет от Aphrodite, о котором я рассказывал и играл его треки в предыдущем, предыдущую программу. Ну, конечно же, Aphrodite является одним из участников фестиваля World of Drum and Bass, который пройдет 18 февраля в центре Москвы, метро Пушкинская, клуб «Известия Холл». Потрясающий VIP-ремикс Catch Me Here, Drum Sound Baseline Smith. Конечно же, ребята молодцы, очень сильно поднялись за последнее время. Очень! Я прям очень рад этому. И не менее рад тому, что вновь везем Baseline Smith'а. Кстати, у него есть сын. Тоже зовут его Саймон. Саймон Смит. И он выступает под псевдонимом MC Young Man, которого мы приглашали в 2000...
2012, по-моему, году на фестиваль Dubstep Planet в клубе Arena Moscow. Да, это уже история. Он выступал вместе с Бенгой, приехал. И, в общем-то, выступил потрясно, ну, он нам поет. И, собственно, чуть попозже я сыграю трек, где он, да, продемонстрирует, собственно, свой вокал, свое умение. Потрясающе поет, мне очень нравится, да. Еще одна моя любимица, TC4, Something About You в ремиксе Drum Sound & Bassline Smith, очень клевая. You are listening to DJ Prophet. Еще одна бомба. Law of the Jungle. Come let we dance the jungle vibe. Mosh. Time for whiskey and to broad daylight. Come let we dance the jungle style. Друзья, заходите на официальный сайт фестиваля drum.ru. Там есть вся подробная информация. Билеты, таймтейбл, где, что, как, куда, почему и зачем. Начало мероприятия в 20:00. Открываются двери и милости просим.
Все закончится в 7 утра, ну и с 6 до 7 завершаю мероприятие, ставлю жирную, красивую, мелодичную точку, я DJ Profit. Поэтому никто не уходит, все остаемся, будем танцевать. Мощнейшая боеголовка Никарагуа. Тоже частенько ее играл, затер до дыр. И вновь рад представлять бейсбол-шоу DJ Profit DFM.
Итак, мы сегодня были в «Известия Холл», в клубе, смотрели, чё как, чё придумать. И на самом деле есть очень интересные мысли, которые мы сейчас пытаемся воплотить в реальность. У нас есть еще полторы недели, ну, чуть меньше. Я думаю, у нас все получится, конечно же, с вашими усилиями, с вашей верой в нас и в том, что вы к нам придете. Да, друзья, заходите на официальный сайт фестиваля drum.ru. Итак, хочу озвучить весь список участников. Это аудио, Афродайт, Панацея, Drum Sound, Bassline Smith, конечно же, Dimension, DJSS, Teddy Killers, которые будут представлять свой дебютный альбом. Да, всем быть, это будет премьера, друзья, мировая. Также Synergy, Ozma, Санкт-Петербург, ну и, конечно же, я, DJ Profit. Да. Миров и мира. I'm gone, конечно же. Обожаю ее. Еще один хит «Through the Night». Конечно же, она оставила свой след в истории драм энд бейса. Ну, конечно же, стала классикой этого замечательного проекта «Drum Sound» и «Bassline Smith».
Ребят, в официальной встрече фестиваля ВКонтакте vk.com/vodb-moscow мы запустили конкурс репостов, где разыгрывается очень большое количество призов. Поэтому заходите по озвученной ссылке, читайте обязательно, внимательно инструкцию. И, собственно, я думаю, вам повезет, потому что призов действительно очень много. Дерзайте, я вам советую. Красивейшая композиция Steal My Heart. Oh.
композиция на лейбле Ganja Liquid. Большое спасибо DJ Hypo, это его лейбл, за то, что выпускает такую красоту периодически. Собственно, я и говорил про MC Youngman, Саймон Смит, сын, собственно, Саймона Смита. Не знаю, почему он его так же назвал, но... Композиция «Sorry». Очень красивая. Sorry, girl, I'm sorry. Girl, I know I did you wrong. And I know how much I hurt you. Don't know what you've got until it's gone. Damn, I know I don't deserve you. I can't live without you. What I'd give to be with you. I can see my whole world changing. There's no need to live if I can't be with you. Только звучал трек с вокалом MC Youngman, назывался Sorry. Вот ответьте мне, пожалуйста, как можно не любить вот такой вот драм-н-бейс? Вот если кто-то грамотно растолкует, я прям вот пожму ему руку, если он придет на фестиваль. Вот на драм-н-бейс 18 февраля в клуб «Известия Холл». И прям вот, ну, респектую, скажу. Объяснил, молодец, красавец. Но я думаю, все равно такого человека не найдется. Это невозможно. Я в это верю.
thought I'd given up. I'm standing strong, 'cause we're never gonna get enough. And tonight, we'll fight until the bitter end. Hold on tight, 'cause it's time to rise again. Еще один хит от парней Drum Sound и Bassline Smith. Композиция Freak. VIP-версия. В следующем своем эфире я буду играть самые лучшие треки, в принципе, всех музыкантов. Это Audio, Panacea, Dimension, DJ SS, Teddy Killers, Synergy, Ozma. Поэтому эфир будет разносоловый, разносольный. We'll be right back.
за под завершение своей программы решил поставить композицию в таком олдскульном духе с аменами в лучших традициях джангла. Друзья, я вам хочу сказать большое спасибо, что вы были со мной, в частности, те, кто смотрит прямую трансляцию ВКонтакте у меня на стене. Ребята, большое спасибо. Serious business, me I tell you. Ну и, кстати, к слову говоря об олдскуле, 18 марта я буду играть на мероприятии «Хардкор против джангла» у Грува с Дэном. Но об этом я буду рассказывать позже и более подробнее, также играть какие-нибудь старые треки, классику джангл-музыки, также, может быть, и грув у меня останется после своих танцев для всех. Будет танцы для нас делать. В общем-то, будет куражно, друзья. В следующую среду жду вас на DFM с нуля до часу ночи. Ну, эфир в скором времени появится у меня на страничке wiki.com/djprofit. Да. Всем спасибо, всем пока. Слушайте DFM.